Привет. Привет. Давай не будем скрывать, что мы с тобой на «ты». Знаем друг друга много лет. И я с радостью сообщаю, что вот этот момент настал, когда мы с тобой можем поговорить в таком очень личном формате. Это значит «ты», «я», ну и так, вся страна вместе. Готова? Мне очень радостно, на самом деле, что, ты согласилась, да, прийти и пообщаться со мной на очень серьезную, а может быть, и не очень тему. Чем живешь сейчас? Так же, как все журналисты, отходишь от предвыборной кампании, либо еще, может быть, какие-то моменты тебя затрагивают в твоей работе? Поделись. Ну, ты знаешь, в один прекрасный момент ты понимаешь, что тебе более важны какие-то вещи, которые касаются не предвыборной кампании, а, допустим, твоей семьи, твоих детей, тебя лично. Вот. Поэтому я не могу сказать, что я сейчас отхожу или захожу куда-то. Я просто живу своей жизнью. Работа есть работа, если она есть. Работаешь сюда. Если она есть, да. А все остальное – твоя жизнь. Все должно быть гармонично в твоей жизни. Судя по тому, как ты прекрасно выглядишь, у тебя сейчас все гармонично. Спасибо. Ну, давай все-таки немножко вот по теме выборов. Я ведь неспроста начала об этом говорить. Знаешь, как спрошу тебя? Ну, понятно, кто победил, да? Есть Игорь Дадон, есть победитель, избранный президент. А вот если взглянуть на эту ситуацию шире, вот это ведь не только победа Игоря Дадона, это победа каких-то идей, да, которые он предлагал. Это победа каких-то взглядов, с которыми он делился, да, с нами всеми. Вот ты для себя как ты это можешь квалифицировать? Я думаю, что пришло время, наверное, чтобы в Молдове пришел к власти или на один из руководящих постов пришел человек, который наконец-то будет обращаться к людям с очень понятным призывом или посылом. Он будет говорить о своей стране, о своих людях, о том, что нужно этим людям. Потому что в последнее время, мне кажется, у нас в политике такая мешанина всевозможных взглядов, направлений, перетягивания каната, что люди просто потеряли ориентацию. Очень много манипуляций, очень много лжи, очень много каких-то призывов непонятных, очень много вещей, которые противоречат законодательству, противоречат Конституции. И мне кажется, что когда на этом фоне приходит человек и совершенно ясно и просто говорит, что мы должны жить по Конституции, мы должны защищать своих людей, мы должны развивать свою экономику. Это же так понятно. Мне кажется, это настолько ну, понятные и нужные вещи, что, конечно, на этом фоне он не то что выигрывает, а на этом фоне он в глазах людей или большинства людей, он выглядит человеком, который может им как раз вот предоставить ну, вот эту понятную политику. Понятную политику, да. А для меня, вот знаешь, что было важным? То, что он себя позиционировал как государственник. Как человек, который говорил, я не пророссийский, я не проевропейский, да, я хочу быть промолдавским. И вот мне очень хотелось, чтобы к власти пришел человек, от которого именно такие взгляды. Мне кажется, что это было очень важно. Именно на этом этапе. Потому что ты же видишь, что происходит вокруг. Согласна? Так я об этом и говорю. Зачем говорить, что к власти должен прийти государственник? Вот что значит к власти? Потому что у нас так... Вот я об этом и говорю. Это ведь странно. Это ведь странно, что говорят, что к власти должен прийти государственник. А кто еще? Кто еще должен возглавлять государство? Как не человек, который защищает государство? То есть есть конституция, есть основной закон. Там совершенно четко написано, что президент – это гарант государственности, независимости страны, суверенитета страны. Как можно говорить о чем-то другом? Поэтому я и говорю, что когда человек приходит с понятными для людей ну, призывами или посылами, или с какими-то вещами, которые, ну, которым они должны привыкнуть и которые они должны воспринимать. Нормальными,
нормальные. Вот то, что мы считаем нормальным. Да. Сейчас так много всего ненормального, что люди уже теряют ориентир. Люди не могут отличить хорошее от плохого, белое от черного. Mm-hmm. Поэтому очень сложно иногда и понять, что такое нормально. Где норма? Ну, в отношении того, где норма, наверное, мне кажется, что каждый на самом деле будет отвечать на этот вопрос по-своему, все-таки в зависимости от взглядов. Ну вот смотри, еще послевыборная такая тема, которую ты наверняка анализировала. Это результаты выборов, которые говорят о том, как расколото наше общество. И я знаю, что тебя эта тема взволновала, потому что ты даже написала статью. Скажи, почему тебе это так интересно, если хочешь, важно? Ну, потому что даже вокруг раскола общества очень много манипуляций. Люди говорят, что вот такой раскол. Раскол был всегда в этом обществе, в принципе, в нашем обществе. И он начался еще со времен, когда Молдова получила независимость, и это было неизбежно. Потому что если при советской власти у нас было монолитное такое общество, mm-hmm. с общими взглядами, да, конечно, были люди, которые думали иначе, но во всяком случае для большинства народа политика государства была понятна, линия государства была понятна, то есть все было понятно. Mm-hmm. Потом, после того, как независимость свалилась, по сути, на Молдову, потому что вообще интересно вернуться в те дни, покопаться в истории, почитать, что же на самом деле происходило. И ты видишь, что действительно и руководители Молдовы были в замешательстве, и те люди, которые должны были принимать решения, они были в некотором замешательстве, потому что все было непонятно тогда, что происходит. Рискну с тобой спорить, потому что я понимаю, что раскол, ты говоришь, был всегда. Наверное, все-таки нет. Вот смотри, я что имею в виду? Какой шанс был у коммунистов? Ты помнишь этот 71 мандат в парламенте? Это же были тоже идеи государственности, да? Это же тоже были идеи развития Молдовы, да? А вот сейчас то, что происходит, на мой взгляд, оно все острее чувствуется, потому что еще вмешалась в этот раскол ее величество геополитика. Когда в одной семье люди спорят за Европу либо за Россию, так не было. Люд, я бы не сказала, что во времена коммунистов не чувствовалось разделение. Было, но не такое. На самом деле, 7 апреля не случилось бы, если бы во времена коммунистов вот эта трещина, она не развивалась и не расширялась. Да, тоже согласна. К сожалению, коммунисты, именно коммунисты начали делить людей на своих и чужих. И это очень остро чувствовалось. Может быть, не чувствовалось тем, кто работал по одну сторону, скажем так, но достаточно хорошо чувствовалось с другой стороны. И этот разрыв, он увеличивался. Есть еще одна вещь. Мы никогда не думаем, мы не замечаем, как растет очередное поколение. Мы забываем о том, что образованием в Молдове всегда управляли либералы. И мы забываем о том, какие программы в школах, чему детей учили или не учили, угу. По каким учебникам они учились, что им вкладывали в голову. И вот за это время выросло уже, наверное, второе поколение, да? Но к 7 апреля созрело поколение, которое воспринимало все иначе. Здесь не только разрыв такой между, как говорят, между русофонами и румынофонами, или русофилами, или румынофилами, и наоборот. Здесь разрыв поколений, здесь конфликт поколений.
Здесь конфликт, здесь очень много конфликтов завязывается вот в тугой узел. Получается раскол не только на основе геополитического разрыва, а действительно он действительно основной. Он просто добавился. Да. Ну, да, сейчас к сожалению, нам очень трудно избегать вот этого геополитического раскола, учитывая, что на нашей территории, на территории Украины, две великие державы, по сути, ведут информационную войну. И очень много зависит от того, будем ли мы включаться в эту войну. Но, к сожалению, вот мы видим, что даже наши руководители подключаются к этому. Мы видим заявления либералов, мы видим заявления Шалару. Просто допустим, политики на этом капитал. Вот, мы видим даже заявление, вот, мне кажется, мы так, видим да? даже заявление президента. Себе получить. Мы видим даже заявление президента страны. И создается впечатление, что наши руководители играют на другом поле, не на поле своего населения, не на поле своих граждан, а именно на поле игроков. Да, ты же прекрасно знаешь, геополитических игроков. Что делают политики? Они нашли самый простой путь для того, чтобы себе очков добавить политических. Но что я имела в виду, я все-таки поясню. Был шанс у коммунистов. То, о чем ты говоришь, это уже окончание их правления, то, как они бездарно этим распорядились. Но был такой момент, когда на самом деле, если бы, по крайней мере, выполнили бы хотя бы половину своих предвыборных обещаний, мне кажется, все-таки несколько было по-другому. Люд, ну на самом деле даже у журналистов не у всех был доступ и к информации, и к нормальной работе на самом деле. Это немножко другое все-таки. Я считаю, что и для людей, но согласись, что был такой период, на самом деле, вот я все время говорю эти слова, когда, вот помнишь, с Россией поругались, а коммунисты все равно выиграли. То есть это говорило о том, что, несмотря ни на что, даже часть русскоязычного, мы не были так поделены, наши, не наши. То есть вот были какие-то моменты, когда потому что речь не идет о таком жестком восприятии людей, что мы должны быть там или там. Люди ищут таких руководителей или хотят, чтобы были такие руководители, mm-hmm. с которыми им было бы комфортно жить. Да. На самом деле большинство людей не задумывается о политике. Оспаривать. Потому что я думаю, что рядовой человек, который не изучает каждый день там новости и не делает какие-то прогнозы, анализы, он занимается своими делами. У него нет времени думать о политике. И я, ты знаешь, я думаю, что я не скажу ничего нового, если предположу, что есть у нас много граждан, которые не знают, кто сегодня у власти, кто сегодня, там, допустим, президент, кто сегодня премьер. Я думаю, что есть очень большое число людей, которые не знают даже имен наших руководителей. И это нормально. Ты сейчас споришь с теми, кто сейчас постоянно говорит, наше общество чрезвычайно политизировано, наше общество политизировано так, как никогда. А знаешь еще почему? Страна маленькая, мы все сидим в Фейсбуке, мы все читаем друг друга, мы все видим. Мы сидим, но не все. Нет, Ира, вот не помню, чтоб так. Эти выборы, ты ведь пользователь. Ты когда-нибудь видела, чтобы вот так уничижительно люди, которые даже некогда были, я не знаю, друзьями, вот как они в этих схватках, да, пусть будет такое мягкое слово, но нет, как они, ты понимаешь, они унижали друг друга, и каждый доказывал, что именно он прав. Такого не было никогда, и это заметили. Это очень многие заметили люди. Вот ты помнишь, Асталеп писал, да, потом ситуация, когда журналист с РТР тоже там, то есть вот так же не было, а вот сейчас прям так. И это для меня, например, это тоже очень тревожно, потому что люди, как-то им не стыдно. Мне кажется, что еще очень много людей просто зависят от политических решений. Да, все мы зависим по большому счету. Почему? Потому что во время выборов, когда решается вопрос геополитический, да, какой кандидат придет к власти, западный или восточный, люди в ужасе, потому что им кажется, и им уже рассказали, добрые люди, что, допустим, если придет кандидат-государственник, то срочно закроют границы, срочно отменят визы, они потеряют работу за границей,
а другие потеряют работу в своих общественных организациях. Я хочу тебя вернуть к ситуации после выборов. Вот смотри, выборы прошли, и вот мне было очень интересно наблюдать, как и кто себя будет вести. Как будет себя вести власть, как будет себя вести оппозиция, в том числе новоизбранный президент, там, его фракция, да, то есть вот и что я вижу? Я вижу то, что власть пытается как будто на последней стометровке вот так как-то вот успеть попринимать те решения, чтобы потом осложнить жизнь, потому что понимают, приходит во власть человек оттуда, из оппозиции. Я так это вижу. Могу тебе сказать, какие решения меня к этому выводу сподвигли? Мне кажется, что ты понимаешь. И мне важно, разделяешь ты такое видение или нет? Например, ты говоришь ну, вот загадками. С генпрокурором. Вот согласись, смотри, что происходит. Я читаю, что уже генпрокурора должен назначать Тимофти. Ну, вот Тимофти. Именно почему? Ну, потому что нужно успеть, вот, чтобы этот быстренько конкурс организованный, чтобы быстренько ему предложили, и чтобы он быстренько, значит, эту кандидатуру... Не только в этом. Не только в этом проблема. Ты меня просишь примеры. Я же привожу. Я отвечаю на твой вопрос. Пример другой — реорганизация государственного аппарата. Вот. Видишь, я... Там речь идет о том, что руководителя службы информации и безопасности тоже будет назначать уже не президент, а парламент. Предполагается. А назначал президент. То есть и назначает до сих пор, то есть это еще не принятое решение. Естественно, есть какие-то движения власти по сохранению своего хорошего положения, устойчивого положения. Да. В чем проблема? Проблема в том, что у власти находятся люди, которые, по сути, не пользуются поддержкой населения абсолютно. Да. Путем манипуляций, путем обмана, каких-то интриг, они добились этой власти и ее держат в своих руках. Но тут приходит человек, за которого проголосовало 850 тысяч. То есть ни за кого из них не проголосовало столько людей, даже за их партию не проголосовало столько людей. Тут приходит этот человек и пытается проводить какую-то определенную политику, которая их не устраивает. Угу. Это не та политика, о которой они договорились со своими спонсорами или партнерами. Это не та политика. Естественно, они должны защищать себя и защищать свои места, защищать те деньги, которые они должны получить. Сейчас экономика практически не работает. После того, как были закрыт российский рынок, хотя очень много говорят о том, что вот увеличился экспорт в Европу ну, и да, так далее. Вот это моя Санду сказала. Выглядит, больше это так выглядит, никто не говорил. Да, это выглядит, потому конечно... Что, потому что люди открыли и посмотрели реальные цифры. Это не смешно, это грустно, но на самом деле действительно в экономике очень сложная ситуация. И не только вот на таких вещах, в таких отраслях, которые у нас на виду. Есть очень много вещей, которые мы не видим или не замечаем, но такое чувство, что чиновники просто озверели. Вот мне даже рассказывают предприниматели о том, что они не могут понять, что им делать. Были установлены определенные правила. И сейчас по этим правилам они не могут действовать, а других правил нет. Они в замешательстве. И вот в этих условиях бюджет же не наполняется из воздуха, он должен наполняться от экономической деятельности, от деятельности страны. А поступлений достаточных нет. И вот начиная с вот весной правительство брало деньги на выплату зарплат под очень высокий процент. То есть правительство продавало государственные ценные бумаги, там, по-моему, 27 или 28%. То есть ты считаешь, что оно ведет себя так, власть сейчас себя ведет так, потому что она находится в такой... В очень сложной ситуации. Спасибо. В очень сложной. Вот теперь смотри, дальше исходя вот из этого всего. Ты полагаешь, что отношение нового президента в
вместе со своей фракцией, понятно, да, то есть в парламенте фракция социалистов, Игорь Дадон уже вышел, значит, из партии, с одной стороны. И мы видим, что власть вместе с правительством, да, с их руководством, которое сидит в парламенте. Ты полагаешь, что все равно это будет война? Ну вот мы видим, вот какими они уже, да, уже есть в адрес друг друга столько, значит, сказано слов, что навевают на определенные размышления. Либо все-таки, если не война, то они будут как бы, скрипя сердце, да, все-таки по самым важным каким-то вопросам находить взаимопонимание. Как полагаешь? Мне трудно гадать. Мне трудно гадать, всем что, трудно гадать, что на самом деле произойдет, потому что... Никто не знает, как повернется ситуация, как развернется. Ну, понятно, что если новоизбранный президент вот, приходит во власть, если после утверждения его Конституционным судом, понятно, что он не может отказаться от своих обещаний, он не может отказаться от всех тех слов, которые он говорил во время предвыборной кампании. И я не думаю, что это сейчас он может себе позволить, хотя бы потому, что ну, он и его партия еще не выполнили, не прошли весь путь. Нет, знаешь, давай скажем проще и откровеннее, потому что еще впереди парламентские выборы, да? Я тебя потом спрошу, досрочные они будут или нет, но все-таки впереди выборы, и мы понимаем, что сейчас делать шаги назад он не может. Да. Тем более, что у нас перед глазами очень много примеров, когда политики пытались идти на какие-то компромиссы, и они умирали. Как политики умирали. Не в прямом смысле. Понятно, да. Я понимаю, что ты имеешь в виду. Потому что кто такой сейчас Михаил Гимпу, допустим? Или где сейчас Юрий Лянка? Хотя Юрий Лянка шел вверх, то есть у него были очень хорошие... У него, кстати, была очень хорошая поддержка избирателей. И мне кажется, что как Майя Санду идти вперед. Я не стала бы сравнивать ситуацию, которая вот сейчас есть у социалистов, ситуацию, которая есть у Юрия Лянка. Это разные вещи, но принцип один и тот же. Ты делаешь шаг, и все, и ты погиб. Ну, многие считают, что просто он был легко шантажируемым, господин Лянко, и потому произошло у него то, что произошло. Или был неподготовлен к политике. Да, соглашусь с тобой здесь. Вот. Поэтому в любом случае ему нужно будет идти и каким-то образом выполнять свои обещания. Понятно, что он будет встречать сопротивление. То есть мы уже видим не просто сопротивление, мы понимаем, что это будут интриги, это будут подставы. Как положено, да. Со всеми вытекающими последствиями. Речь не идет о таком открытом бое, речь идет о совершенно большом количестве каких-то подковерных таких решений возможных. То есть, конечно, нужно быть начеку. Смотри, как они быстренько, вот как быстренько в Москву поехали и проявили, говорят, полное взаимопонимание, да, и сколько лет у нас не было уже заседаний этой межправкомиссии, да, и тут вдруг все, у нас есть результат, посмотрите, как все это хорошо. Ничего, что на второй день было принято решение по поводу открытия там офиса НАТО, да, но ведь сказали... Смотрите, это не социалисты потом, это мы еще решили. Вот потом не говорите, что пришел Дадон и все решил. Это так видится. Вот многие люди об этом говорят. Не знаю. Дело в том, что, конечно, можно приезжать туда и говорить все, что угодно, но сейчас вся информация, она открыта. И что бы они ни сказали, всегда можно зайти в интернет. Даже зайти в интернет и увидеть, что на другом конце говорят совершенно другие вещи. Поэтому в этом смысле, даже вот в этом смысле у Игоря Дадона, наверное, такая ситуация, которая требует от него последовательности. Потому что он не может здесь позволить себе никаких шагов в эту сторону. То есть он в любом случае должен выполнять свои обещания. Да, потому что если, вот, допустим,
Действительно, в конце декабря состоится встреча его с Владимиром Путиным, то ему каким-то образом нужно будет с ним, а если он будет, допустим, как он сказал, договариваться насчет положения наших граждан в России, а если он будет говорить об открытии рынков, если они будут затрагивать приднестровский, допустим, вопрос, а в Приднестровье, если ты заметила, очень болезненно сейчас относится ко всем действиям, ко всем решениям. Да. Очень много таких эмоциональных выступлений даже лидеров. Ну, у них предвыборная кампания, мы как бы давай спишем на это. Да. У них же сейчас тоже выборы. В любом случае для них вот такие действия наших властей, как, допустим, открытие офиса НАТО, для них это показатель. Ну, кстати, нет еще решения окончательного об открытии офиса НАТО, потому что должна еще пройти ратификация. Вначале правительство должно принять свое постановление по визиту, да? А потом уже парламент, на встрече со Столтенбергом, он сказал, я уверен, что парламент проголосует. Он так и сказал, давай поживем, увидим. И президент подпишет. И президент промульгирует, да. Ну, два раза. Да, поэтому тут... Ну, посмотрим, как будет проходить это обсуждение. Но в любом случае, если возникнет такой вопрос, допустим, во время обсуждения вот этих главных сегодня вопросов в отношениях с Россией, и Владимир Путин так ненароком спросит, а что у вас там офис НАТО открывает? А ведь спросят, понимаешь? И, наверное, не только это. Да, Игорю Дадону нечего будет ответить, потому что... Нет, это почему же? Знаешь, ему будет что ответить. Я думаю, что он ответит так. Он просто скажет, сколько они делали для того, чтобы этот офис не открывали. Понимаешь, просто когда человек скажет, что мы пытались правительство, да, отправить в отставку, мы пытались, вот делали то-то, то-то, но, извините, вот имеем, кого имеем, да, в виде, значит, нашего этого правительства. Этого недостаточно, потому что я думаю, что одно дело, когда ты находишься в оппозиционной партии и можешь пошуметь, допустим, но тебя не воспримут или не примут твое мнение во внимание. Другое дело, когда об этом говорит президент. Знаешь, вот как люди воспринимают, я же говорю, вот в магазин зайдешь, вот люди воспринимают, вот выбрали мы сейчас президента, они же никто вообще в полномочия, вот из той же оперы, не вникают, да, вот там конкретно, что там в Конституции прописано, говорят, вы выбрали президента, все, должен цены завтра снизить, там, вот заняться, значит, какими-то вопросами первоочередной, и их по-хорошему их понимаешь, потому что, как посмотришь, как некоторые живут, то совершенно ясно, что людей волнует именно это. Людям кажется, что президент это глава государства. Им кажется, что он глава государства. Ну, они смотрят на то, как действует Путин, они смотрят на то, как действует... Да, и им же не объяснишь, что там президент. Лукашенко, республика, допустим, да. 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 Но дело в том, что у нас была полупрезидентская республика, полупарламентская, и в 2000 году... Хочешь, сейчас тебя удивлю, Ир. Сколько у меня было гостей в эфире, я вот в версии, какой у нас сегодня строй... Парламентская. Вот, парламентская. Это одна из версий. Спасибо. Я тебе сейчас, да, ты встала в ряд с теми, кто квалифицирует. И я понимаю, что у тебя есть аргументы. И знаю, что они у тебя достаточно серьезные. Но, ты знаешь, вот такой бардак вот со всем вот этим у нас получился. Потому что у нас как бы вернули, да, из Конституции вот тот кусок по полномочиям, а этот как бы мы оставили. А какая у нас республика? Вот помню, Вадим Николаевич Мишин в эфире так сказал, никогда не говорите, что это парламентская республика. Вы читали вообще вот это по Конституции? С чего вы взяли это? Это никакая, это полутакая у нас, полутакая. А вот сейчас вот, когда вернули, знаешь, вот я затруднюсь, например, сказать, потому что мне кажется, все полупарламентская, все да, полупарламентская, полупрезидентская. Ну, ты помнишь, когда проголосовали в 2000 каком году поправки, вот сейчас от 5 июля, это было перед выборами, по-моему, 2000 года. Вот я уже сказала, 2000. И вот тогда,
да. Да, вот я сама пыталась вспомнить. И вот тогда говорили, ну все, у нас уже все, парламентская республика, все хорошо, у нас вообще никакая. Потому что у нас нормально, не прописано. Никакая, никакая. Никакая, Ира. Потому что нормально полномочия парламента, правительства, президента, они у нас не прописаны, они до сих пор все это решают. Кто генерального прокурора? Вот как-то так надо бы сделать, а может вот так? Ну, не знаю, это мое такое вот видение. Может быть, излишне жесткое. Какова вероятность досрочных выборов? Ведь смотри, если будет ситуация развиваться так, как она развивается сегодня, то это никому не в кайф, знаешь, вот так. Честно, даже власти, которые будут пытаться, понятное дело, всеми правдами и неправдами, да, значит, сохранить свое влияние, и вот так вот будут по каждому закону, знаешь, вот как. То есть президент раз не промульгировал, а мы ему еще раз. И вот это все будет тянуться. По логике вещей. Надо бы как-то этот узел разрубить. Да, надо бы как-то определиться. Видишь, вот появились некоторые предложения или проекты власти, которые как бы показывают президенту, что знай свое место. Да. То и дело медальки раздавать. Да, и даже служба госохраны уже не у тебя. Да, и указы подписывать. Но на самом деле президент приходит с какими-то своими представлениями о том, что он должен. Не представлениями, не с какими-то, а с вполне конкретными планами, которые были озвучены. И естественно, что он должен эти планы реализовывать. Естественно, раз он обещал народу, раз они его избрали с этими планами. То есть люди, когда поддерживают его, я не думаю, что они поддерживают лично его. Они поддерживают его программу, его обещания. То есть, и лично они... его. У нас люди тоже еще и сердцем многие голосуют. Как но бы тут все. Очень-очень много... Я к тому, что они же не за красивые глаза его выдвигают, поддерживают. Они поддерживают его за какие-то конкретные вещи. И если он обещал этим людям, и это количество людей его поддержало, значит, они ждут, что он будет это реализовывать. Конечно, будет сопротивление. Конечно, будет сопротивление. И если это сопротивление будет уже непреодолимым, то у него есть рычаги для того, чтобы двигаться дальше. Он, допустим, может обратиться к народу точно так же, как он сейчас в сентябре, в октябре объездил всю страну и общался с людьми. Точно так же он может поехать опять по стране, встречаться с людьми и поднять их на референдум, допустим, по каким-то вопросам. Да. По тем же вопросам. И абсолютно есть для этого у него все полномочия. И у него есть, и никто ничего не сможет сказать, потому что это будет воля народа, и это будет предложение президента, поддержанное народом. А если действительно ситуация совсем зайдет в тупик, то он точно так же может поднять людей и объявить досрочные выборы. Почему нет? То есть ты считаешь, что я они считаю, возможны? Что это возможно. Да, то есть если ситуация будет вот так развиваться. Я не думаю, что это просто вот прям вот завтра начнется начнут подготовку к этому, но это возможно, да. Я думаю, что да. Мы понимаем, что мы сейчас заходим, во-первых, в период праздников, да, то есть сейчас пройдет инаугурация, допустим. До конца года точно. До конца года, да. Хотя, кстати, вот мне интересно твое мнение. То, что Конституционный суд так долго, да, не вносит свой вердикт по поводу законности или незаконности выборов, для тебя это кажется стечением обстоятельств? Ну, вот там пока все прошли суды, да, вот мы ждали, вот мы как бы выскажемся, когда сможем. Либо ты видишь все-таки здесь какие-то такие моменты достаточно странные для тебя по срокам? Ну, понимаешь, странные, мы можем говорить о странных моментах, когда у нас, допустим, каждый год или каждые 4 года выбирают президента, и мы четко знаем процедуру. Ну да, у нас сколько лет? Так как у нас в последние... 20 лет не выбирали, да? А так как у нас действительно давно не выбирали президента, во-вторых, тех, кого выбирали,
в довольно сложных условиях. Вспомни прошлогоднее, что было в конце прошлого года и как выбирали это правительство в начале этого года. Да, это было нечто. Да. Странно ли это было? Я думаю, что это было не просто странно. Вот. Поэтому просто молчание Конституционного суда, когда никого не закрывают ни в каких резиденциях, допустим, и ни из кого пока не выбивают никаких решений, если это соответствует Конституции, соответствует законодательству, то, ну, пока мы не говорим о том, что это странно. То есть пока ты еще... Странно, да. Странно это будет, когда, допустим, ну, это затянется, вот как у нас президента выбирали. Сколько у нас не было президента? Ой, 2 года не было. Да, где-то так. То есть там даже по месяцам люди посчитали, по дням, да. То есть вот это жили, да? Да, у нас, в принципе, вот эта ситуация, она не называется странной. Для нас это норма. Для нас это норма, к сожалению. С другой стороны, когда правая оппозиция поднимает такой шум, и, может быть, нужно дать им время, чтобы успокоиться, вот, поэтому я во всяком случае не вижу в этом проблемы пока это не переходит рамки закона, конституционные нормы. Предлагаешь рамки. Дождаться, да, заседания, да, и потом взглянуть на это все. Да, предполагается, что на следующей неделе это должно произойти. Это сегодня 2-е, 3-е, 4-е. Вот называют разные 6-е, 8-е. Да, я тоже слышала. Разные несколько. Сроки, да, в первой декаде. Первая декада – это и время, до 10-го. У нас уже время, вот мы уже совсем уже через перешагнули даже. Я вот как-то под окончание все-таки вот задам тебе этот вопрос, потому что он такой, знаешь, даже важный для меня. Серьезно. Я хочу понять, вот ты смотри, сколько лет ты в журналистике, и скольких политиков ты наблюдала, да, их рождение, карьера, там, вот, все их ступени. Вот. То есть ты человек такой опытный в этом плане. Вот сейчас ты все-таки на будущее смотришь с оптимизмом? Или ты предпочитаешь, вот давай посмотрим, как это будет, и потом я скажу, то есть осторожничаешь? Какая у тебя позиция? Вот. Поделись. Не хочется быть пессимистом. Хочется быть оптимистом. Знаешь, как говорил Козьма Прутков, хочешь быть счастливым – будем. Так, ты хочешь быть оптимистом – будем. Будем. Конечно, хочется надеяться на лучшее. Но для того, чтобы это лучшее наступило, наверное, должна быть какая-то основа для этого. То есть страна должна работать, экономика должна работать. Первонаперво. Люди должны достойно зарабатывать для того, чтобы они не занимались политикой в Фейсбуке. То есть когда люди будут довольны своей жизнью, когда они будут довольны страной, когда они будут довольны тем, что у них нормальные дороги, да. Когда, и они будут, это тоже. Когда они будут заняты своим бизнесом, когда они будут уверены в том, что условия игры не изменятся завтра, послезавтра. Что-нибудь не придумают новенького. Да, да. Когда вот эта вот ситуация стабилизируется, тогда можно говорить о каком-то более оптимистичном будущем. То есть это все зависит от усилий, в том числе политиков. Поэтому с одной стороны, я хочу быть оптимистом. Я надеюсь, что так оно и будет. Но для этого очень много усилий придется приложить. Да, в принципе, всем. Вот. Поэтому просто говорить, что все будет хорошо, ты поостережешься. Наверное, я не буду. Да, я надеюсь, что действительно ситуация будет разворачиваться в лучшую сторону. Потому что никому не хочется таких вариантов, как на Украине, как у наших соседей. То есть все зависит от мудрости политиков, их зрелости. От того, чтобы они наконец-то поняли, что они живут в этой стране, в этой стране будут жить их дети, что они должны обеспечить какой-то уровень этому государству.
Могу сказать только одно. Будем надеяться вместе. Потому что я тоже... Для меня, например, главное то, что я почувствовала, что что-то начало как-то вот меняться после вот стольких лет, когда, вот, знаешь, вот ничего, вот что называется. А так вот какая-то на самом деле надежда появилась. И я надеюсь, наверное, все-таки. Я скажу так. Да. Благодарю тебя за беседу. С тобой всегда интересно говорить. И говорила бы, наверное, еще полчаса. Я желаю тебе удачи, потому что ты очень хороший журналист. И я уверена, что будешь радовать нас впредь своими такими продуманными статьями, потому что это всегда видно, это всегда чувствуется. Спасибо, что пришла. Спасибо. Вы смотрели программу «Прилюдно». Я желаю вам всего самого доброго. До свидания.